Девочки мои дорогие, всем добрый день! Сегодня у нас с вами гимнастика для лица, face building. Вы знаете, при регулярном применении этой гимнастики для лица мы с вами значительно будем выглядеть моложе, подтянем контур лица, и вы увидите, как у нас будут сокращаться наши морщинки. Девочки, всем, кому за 40, за 50, за 60, присоединяйтесь ко мне, и я вам сейчас буду показывать элементарные, простые упражнения для лица, для молодости лица. Все вы, наверное, смотрите на себя в зеркало и думаете, ну откуда они берутся, эти морщинки? Ну что поделаешь, это возраст, который выдает нас этими морщинками. Ну что, приступим. Значит, для начала я почистила кожу лица тоником и помыла обязательно руки. Руки должны быть чистыми. Убираем с лица волосы. Я вот так уберу волосы. И мы с вами приступаем к гимнастике. Я всегда люблю делать гимнастику каким-либо маслом. Сегодня я взяла миндальное масло. Я его очень люблю, кстати, миндальное масло. Вы можете брать масло зародышей пшеницы, облепиховое масло, персиковое масло. Но это на ваше усмотрение, какое у вас есть, либо какое вы любите. Наношу миндальное масло вот так на пальчики. Вот так растираю. И желательно вот так по лицу. Во-первых, у нас масло питает нашу кожу, обогащает витаминами нашу кожу. А кроме этого, легко пальчики будут двигаться по лицу. Все, нанесли. Масло наше впитывается. Итак, первые упражнения. У нас всегда здесь очень много такие, как гусиные лапки, морщинки. Мы берем вот этими пальчиками указательными, вот так по массажным линиям делаем вот такие упражнения. Как бы убираем с лица эти морщинки. Вот таких движений делаем 15-20. Вот так. Не в обратную сторону, а именно по массажным линиям. Массажные линии у нас идут всегда от переносицы и сюда вот к уху. Вот таким образом. И отсюда вот так. Я вам всегда говорю, когда маски мы наносим, я всегда говорю, что наносим маску по массажным линиям. Для того, чтобы не усугублять наши морщинки. Итак, первое упражнение мы с вами сделали. Нежно, не надавливаем сильно. Спускаемся немножко пониже. Итак, здесь у нас есть с вами вот такие, видите, заломчики. Обязательно прорабатываем наши эти заломчики вот таким образом. Массируем нежно. Как видите, по маслу очень хорошо делать массаж. При регулярном применении вот этого упражнения вы увидите, что вот эти вот заломчики у нас будут прям меньше становиться и уходить. То есть мы их равняем. Затем вот так по массажным линиям растираем. Здесь тоже надо обязательно массировать, потому что образуются складочки и здесь. Желательно эти упражнения делать, девочки, каждый день. Обязательно. Прям курсом для себя возьмите за правило. Процедур 10-15 сделайте курсом. Все, сделали.
Теперь формируем контур нашего лица. Вот так, зажимчиками. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вы делаете больше упражнений, прям 15, а то 20-25. Вот таким образом. Дальше. Вы, наверное, замечаете, что у нас вот здесь образуется второй подбородок. Нам желательно обязательно вот так растирать. И вот при растирании уводить вот сюда все. Вот так. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Вот так. И теперь вот таким похлопывающим движением делаем себе такой легкий-легкий массажик. Затем вот так ручками. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Как видите, ничего сложного нет, но это очень эффективно. Еще раз растираем эту область и уводим сюда. Дальше. Лоб. Обязательно массируем вот эти межбровки. Видите, здесь есть такие заломчики, и мы обязательно пальчиками проходим по межбровке. И отводим по массажным линиям. Раз. 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 Выше поднимаемся. И по всему лбу делаем массаж лбу. Тщательно прорабатываем межбровки. Я просто, девочки, заметила, насколько сейчас молодежь подсела на эти уколы молодости. Вы представляете? То есть они уже вкалывают межбровки, носогубки, а потом это же все оседает. При регулярном применении наших упражнений и нашей гимнастики нам не придется ничего колоть. Я в своей жизни ни разу не делала ни одного укола на лицо. А мне 57 лет, девочки. Так, проработали лоб. Еще раз пройдем пространство вот под глазами. Вот так растягиваем. Раз, два, раз, два, раз, два. А еще вы, наверное, замечали, что вот эти места тоже начинают как бы проседать. Мы обязательно вот этими упражнениями закрепляем, чтобы здесь у нас проработана каждая мышца лица была. И слегка поднимаем ее вот так. Раз, два, три, четыре, пять. Очень полезно делать вот такие упражнения. О, видите, все мышцы лица вот здесь напрягаются. О, а, о, а, затем о, а, и, видите, вот они мышцы лица напрягаются. Прям перед зеркалом становитесь и громко произносите о, а, и. При регулярном применении данной гимнастики, девочки, увидите, что у вас контур лица начнет формироваться. То есть у вас мышцы лица будут подтягиваться. Вот, видите, несложные такие движения. По массажным линиям вот так вот идем. И обязательно раз, раз. Раз, раз,
Раз. Дальше. Чтобы не было вот здесь вот никаких. Здесь образуется, знаете, сколько жировичков всяких разных. Чтобы не образовалось никаких застоев в этом месте, нам надо тренировать челюсть. Таким образом. Смотрите. Влево-вправо челюсть уводим. Это и мышцы мы тренируем. И удаляем всякие застои. Теперь вперед-назад. Может быть, смешно выглядеть со стороны, девочки. Ну, ничего страшного. Делайте один на один с зеркалом, и будет вам счастье. Можно поводить по кругу челюсти вот таким образом. И в другую сторону. Хорошо. Не забываем опять прорабатывать. Видите, сколько мышц здесь задействовано? Еще раз проходим контур лица. Проходим по шейке. Спускаемся сюда. Итак, я думаю, что вы уже все запомнили. После проведения этой гимнастики для лица, девочки, мы умываемся прохладной водой и желательно на лицо нанести сыворотку. Сыворотка напитает кожу лица и увлажнит. И все, и вот вам счастье. Я думаю, вы заметили, что очень легкие упражнения, но очень даже эффективные. Кому понравилась моя гимнастика для лица, ставьте лайки. Кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь. Я вам еще много чего интересного буду рассказывать. Девочки, остаемся с вами красивыми, молодыми и привлекательными. До новых встреч, мои дорогие. Всего вам самого-самого доброго.